Сегодня 4 октября 2018 года мы находимся на канализационных очистных сооружениях, куда приходят стоки со всего города Белая Церковь. Сейчас мы можем наблюдать, какие стоки приходят, какого они цвета, какой они консистенции и как они дальше будут очищаться. Следующий процесс очистки проходит через первичные отстойники. Первичные отстойники служат для того, чтобы в них оседал сырой осадок и песок для дальнейшей очистки стоков. После первичных отстойников сточные воды попадают в самые главные сооружения, это аэротенки. Сейчас вы видите, мы находимся на аэротенках, где под воздействием кислорода проходит самый важный процесс очистки сточных вод. После чего сточные воды попадают на вторичное отстаивание. И, наконец, последняя стадия очистки – это вторичные отстойники. Здесь отстаивается вода и после этого уже попадает на биологические ставки. После биологических ставков она уже попадает в речку Рось. Сейчас вы видите, какая вода выходит со вторичных отстойников. Она еще не прошла биологическую очистку. По лабораторным анализам она чище, чем вода в речке уже. Посмотрите, какая это вода. Я не боюсь ее брать, мыть руки, потому что она лучше, чем вода в речке. На всех стадиях очистки 24 часа в сутки сточные воды проходят лабораторный контроль. За последние 5 лет концессии водоканала было закуплено все необходимое оборудование для того, чтобы проверять стоки на различные анализы. Поэтому лаборатория контролирует их и контролирует не только на очистных сооружениях, а контролирует и биоставки, и контролирует сброс в речку Рось. После полного комплекса очистки и отстаивания сточных вод под контролем лаборатории очищенная уже вода попадает в речку Рось в районе села Томиловка. Вы можете видеть, какая это вода. Эта вода намного лучше по анализам, чем вода, которая находится сейчас в речке Рось. Останнім часом в соціальних мережах появилось багато неправдивої, негативної інформації про роботу нашого підприємства. Хочу вас запевнити, що ми працюємо для вас цілодобово. Всі технологічні процеси у нас здійснюються згідно регламентів, як підготовка і очистка води, і приготування питної води, так і очистка стічних вод. На жаль, за рахунок подачі такої дезінформації, негативної інформації про роботу нашого підприємства, деякі люди хочуть собі створити свою піар-кампанію. Якщо у вас виникають будь-які питання стосовно роботи товариства «Білоцерків Вода», прошу вас звертатися до нашого кол-центру або за телефоном 30 11 11 диспетчерська служба, або звертатись до нас з любими запитаннями. І я запевняю вас, що ви отримаєте точну відповідь.